Ну что, день был сегодня, я хочу сказать, убийственный. Третий день был чисто рыбацкий день. Встал в 8 утра, у нас светает в 11. В 8 встал, сделал яичницу, все нормально, спокойно. Без 15:10 вышел оживлять снегоход. Ну, в общем, это отдельная история. Наверное, покажу ее. Да, подмерз он. Благодаря вот той воде. Я очистил же еще вечером его. А внутри вот все равно накапало, видно. Прошел почти час, а я все на месте. В общем, понакидал я здесь вот этих уже глыб. Дело вот в чем. Вчера попал в воду. Сверху-то я оббил, а вот внутри вот еще вот эти глыбы. Это я уже набил. Все равно еще вот эти все оббивать, чтобы вся ходовая ходила нормально. Фу, вот это я очистил. А еще перед чистить. Снегоход я повернуть не могу. Он тяжелый, 320 килограмм. Вот, в одно лицо. На бок класть вот лом есть, но боюсь, я его могу вот так завалить, что... Ну, в принципе, мне его не поднять, если честно. Дело-то не в этом даже. Вот потихонечку чищу, бью молоточком. Вот, ну... Так вот, помаленьку. Третий день идет. Я еще поклевки не видел. Но на самом деле я отдыхаю. На самом деле я отдыхаю. Да. Когда-нибудь это кончится. И будет и на нашем лице праздник. На улице где-то минус 13. Эти куски отломить останется. Потом еще здесь вот эти. А вы думаете, что на снегоходах просто кататься? Да нет. Кстати, о, пошел кусок. О, отличный кусок. Тут орех. Я даже не знаю, как теперь воду. Как мне доехать-то до центра? На озеро поехать. Там уже, вон, смотрю, дымка идет. А вряд ли замерз этот след. Воды опять наберу. Придется пешком идти. О, ну, что вы хотите? Такое, как его забьешь вот такой вот?
с этой стороны получше. Вот так уже. Где она? Вот. Вот уже показалось. Видите, шатается. Все, план меняется. Работы приостанавливаются. Потому что уже рассвело. И уже ближе к 12 дело. Пойду пешком ловить. Возьму коловорот удочки. Буду периодически буриться. Посмотрю, как мне там с этим следом. Вот след этот. Замерз он, не замерз. Что туда я точно, даже если почищу снегоход, я точно туда не полезу, в эту воду, если он не замерз. А тут хоть вправо возьми, хоть влево возьми. Бесполезно. Это бесполезно. Вот там везде вода, как она будет еще более свежая. Вот если это схватилось, то хорошо, может еще одну ночь постоит, и потом тогда туда поеду. А так буду буриться вот здесь вот вдоль берега. Посмотрю. Ну, должен быть где-то окунь. Пока светлое время, его тут буквально будет 2 часа этого времени. Сегодня 20-е. Это самая практически, ну, кульминация полярной ночи. Еще 2 дня вот так вот будет стоять одинаковое время. И потом уже пойдет дело к весне. Я что-то в футболке вышел даже. Надо идти. Это уже как-то холодно. Что я сгоряча выскочил. Вышел не по клевке на одном месте, потом на второй. Потом решил проверить свой след вчерашний водный. Он замерз напрочь. Пробурился. Стоял. Одного ладошечного окуня выцеганил. А потом, ну, поставил, разрезал окуня на 2 части и поставил 2 донки. Завтра будем проверять. Так, доброе утро. Так, прибегала мышь ночью. Я, конечно, очень на нее разозлился, на эту мышь. Кинул в нее чем-то. Потом она прибежала снова. Я опять в нее чем-то кинул. А потом подумал, что ведь следующий год мыши. Вот. То есть, в принципе, это не есть плохо. Но если она еще раз прибежит, я снова не очень кину. Сегодня, в принципе, такой боевой день. У нас боевой день. Стояла бутылка вот эта вот. Вот бутылка стоит с термосом рядом. Это бутылка со спиртом. Я думаю, что горит? Сейчас, то есть сосиски я варю в спирту. Я вчера перелил, из фляги перелил спирт в бутылку. Но она стояла здесь на столе. Налил, такой поставил сосиски варить. А она загорелась, думаю, что такое? Может быть, что-то непонятно, может, газ уменьшил. В общем, горит спирт, надо спасаться. Ну, не знаю, в общем, блюдо получится, конечно, уникальное. Там пол-литра спирта горит. Надо идти сейчас на улицу, выкинуть нафиг эти сосиски. Ну, чуть-чуть не обжегся. Вообще, я понимаю, что сосиски у меня будут супер. Ладно, будем тушить. Отлично. Впереди, как видите, прямая дорога. Там донки стоят, 2 штуки. 2. Сейчас снегоход заведем. Проедем до центра. Ну, в общем, все в порядке. У нас наступает. Наконец-то сезон ловли. Да. Поехали. Вот одна донка, которую я поставил вчера. Вот вторая. Вот здесь вот кружок. Я поставил 2, чтобы, если вдруг одна сработает, палочек не было. Ну, а тут сидит кто-то. Вот он сидит. Я вижу, да. Потому что она была вот тут вот лежала под снегом. Сейчас я ее достал. Ну, честно говоря, давайте я выключу все-таки камеру. Вытащу первого налима, надеюсь. Вот. А потом уже доложу вам. Ну, вот я его и вытащил. Вот он. Вот он, красавец. Да, да. Это первый. Пошкирил налима. Вот. Такой вот он, вроде бы как и такой-то он и небольшой. Ну, сейчас приду, молоки зажарю. Вот. Ну, в общем, 2 донки стоят. Хвост стоит,
маленький окушок, живчик бегает. Все, вот тут вот, раз, два, все. Вот раз и два. Пробурил еще одну лунку, еще. Три еще пробурил, четыре. Ни поклевки. Пока не знаю даже, что и делать. Ребята, меня тут все-таки после этих сосисок так рубит, честно скажу. Ну, вот оно уже почти темнее, начинает темнеть. Вот 15 минут постоял, ни поклевки опять. Что-то я такое ощущение, я пойду, наверное, все-таки схожу домой. Все равно через полчаса темнеет. Клёва никакого нету, вот этот один окушочек попался. Вообще ничего не варите, спирт это такая. Он у меня был НЗ-шный, я его решил просто перелить, чтобы он не в одной большой бутылке был, а в нескольких.